Итак, сейчас я расскажу тебе, как накопить 1 000 000 рублей за 10 месяцев. Надо всего лишь откладывать каждый месяц по 100 тысяч рублей. Простое решение. Простое решение всегда самое лучшее. Шучу. И сегодня мы предлагаем тебе простейшее решение, которое не стоит таких финансовых вложений. Очень доступный народный снегоход Промакс Якут 500 лонговый, 22 лошадиные силы, версия 2.0. Посмотри на его внешний вид. А что, собственно, на него смотреть? Да, он, кстати, стал гораздо симпатичнее, чем раньше был. Версия 2.0 дает о себе знать. Здесь абсолютно все новое. То есть это вроде бы с виду тот же самый Якут, но на самом деле ничего подобного. Абсолютно все другое. Итак, давайте разбираться, так сказать, как говорил Козьма Прутков, зри в корень. Давайте с вами зрить в этот самый корень. Поднимем капот, который, кстати, состоит вот из такого суперкачественного стекловолокнистого материала, который морозостойкий, ударопрочный. И это мы говорим сейчас с вами о бюджетном народном снегоходе Якут, между прочим. Посмотрите на сайте его актуальную цену и удивитесь, что здесь используются такие суперсовременные материалы. И двигатели здесь используются тоже суперсовременные. Лончин, Зоншин, Лифан. В данном случае у нас 22-сильный, соответственно, 500-кубовый двигатель. Но... этот двигатель можно спокойненько раздушить даже с этим же карбюратором до 24 лошадиных сил. А если установить другой карбюратор, то можно легко достигнуть показателя в 30 лошадиных сил. Соответственно, обратите внимание, как здесь много подкапотного пространства. А это потому, что если вы зайдете на сайт, то вы увидите, что есть огромное количество разных модификаций Якута. Соответственно, здесь ставятся в том числе V-образные двигатели, здесь ставятся одноцилиндровые двигатели, одноцилиндровые 460, 500-кубовые, а V-образные двигатели ставятся до 37 лошадиных сил, соответственно. Так что на любой вкус и цвет. Но вот эта моделька, она самая популярная, считается у нас самая ходовая, потому что он достаточно легкий, и его мощности более чем хватает для этого снегохода. А он стал, кстати, достаточно легким, уже в снаряженном состоянии. Он весит всего лишь 190 килограмм. За счет чего это достигается? За счет того, что использован абсолютно новый материал для рамы. И геометрия рамы также претерпела ряд изменений. Добавлены некоторые усиления для того, чтобы сократить вес. И рама делается из хромолибденового сплава, который позволил также уменьшить, соответственно, количество металла при сохранении той же самой прочности конструкции. Это суперсовременное решение. Вообще, материалы использованы абсолютно все новые. Вот это потрясающий кожзам сиденья стало еще шире, еще удобнее, еще мягче. Пластик новый, сталь новая, материал новый, все новое. Геометрия также новая. То есть вроде бы смотрим Якут тот же самый, но, как я уже говорил, он абсолютно другой. Итак, что же здесь еще есть под капотом? Здесь у нас есть еще мощнейший вариатор Arctic. Это третье поколение вариаторов Safari. Исправлены абсолютно все недочеты, все ошибки. Это лучшее решение на сегодняшний день. И оно стоит, я напоминаю, на доступнейшем народном снегоходе Якут. Итак, вот у этого всего есть огромнейший запас прочности. Этот Якут может спокойно утянуть до тонны за собой. Здесь тем более огромное подседельное пространство. Здесь есть крепление для саней. Двое-трое саней прицепили, и вот тонну он спокойно за собой тянет. На это рассчитан и двигатель, и вариатор, и конструкция этого снегохода. Подвеска уникальная. Подвеска. В чем уникальность этой подвески? Она максимально открытая. Здесь просто не за что зацепиться снегу. А если даже так произошло, если вы проехали где-нибудь по наледи, какой-нибудь забился снег, если подвеска у вас встала, то вы легко сможете ее прочистить, потому что все пространство открыто. Кроме того, есть регулировка. Сейчас у нас задний маятник ходит. Здесь мы можем переставить
поставить так, чтобы он не ходил, чтобы у нас было максимальное пятно контакта. Соответственно, есть регулировка задней подвески. Эти катки просто вечные, их не нужно будет обслуживать, а если что-то с ними случится, то вы можете всегда иметь с собой в запасе парочку катков. Если вдруг что-то там у вас заклинит, переклинит, вы можете просто-напросто прям в поле снять этот каток и поменять его на новый. Это самый популярный размер гусянки, 500-я гусянка по длине 3333. Соответственно, максимальное пятно контакта и спокойненько проходит абсолютно по любому снегу. И огромное преимущество катковой подвески в том, что вы можете гонять по каким-то ухабистым местностям, и в этом случае у вас будет максимальное пятно контакта. Кроме того, этот снегоход предназначен для севера, запускается при температурах там ниже минус 35 градусов. Соответственно, подвесочка передняя, смотрите, какая у нас. Рессорная подвеска, здесь минимальное количество, соответственно, узлов, и здесь просто нечему ломаться, она супер надежная. Она, да, менее комфортная, чем многорычажная, но она супер надежная и позволяет тянуть очень большие грузы, выдерживает очень большие нагрузки. Соответственно, этот снегоход еще, кроме того, что значит, подвеска супер надежная, так она еще позволяет достичь достаточно узкой базы, соответственно, максимальная проходимость мелколесья. И уже в базовой комплектации у нас стоит передний бампер вот такой формы. Соответственно, пластик у вас будет всегда защищен. Лыжи здесь имеют, естественно, специальные ручки для того, чтобы вытаскивать этот легчайший снегоход из каких-то сложных положений. Но, в принципе, он обычно никуда не зарывается, не застревает, потому что он супер легкий и супер проходимый благодаря своей уникальной подвеске и благодаря широчайшим лыжам. Кстати, лыжи у нас могут быть и пластиковые, как в данном случае, и также есть стальные лыжи на любой вкус и цвет. Короче говоря, Promax Yakut есть вообще в миллионах комплектаций. Соответственно, выбирайте на сайте или оставляйте заявку на сайте, наши менеджеры с вами свяжутся и проконсультируют. Если что-то вам будет непонятно, какие-то вопросы, они вам снимут, все объяснят в любом мессенджере, отправят и поставят вам этот потрясающий снегоход транспортной компании в любую точку России, и в том числе стран СНГ. Также поставляем технику и в Казахстан, Салемец СБ, и Беларусь. Также, дорогие друзья, огромный багажник, сюда можно докупить кофры. У нас есть фирменные кофры X-Motors, фирменные кофры Yakut сюда хорошо подойдут. Изотермические кофры, которые позволят вам сохранить ваши продукты холодными или горячими, в зависимости от того, что вам требуется. Дорогие друзья, напоминаем, на некоторых сайтах Drom, Авито, Юла и других маркетплейсах вы можете увидеть много объявлений о продаже данного товара по заниженной цене. Это так называемые уловки или заманухи. Их размещают непорядочные продавцы или, попросту говоря, мошенники. Цель этих объявлений – привлечь вас низкой ценой, привлечь ваш звонок, заманить вас к себе в салон и там уже всячески, принижая качество продукции конкурента и восхваляя свою продукцию, продать вам, впарить вам свой товар. Друзья, чтобы не попасться на такие объявления, на мошенников, всегда проверяйте продавца на сайте производителя. И если продавца нет на этом сайте, то это мошенники. Он, скорее всего, будет впаривать вам свою продукцию, придумывая разные истории, байки, а иногда даже приобретая продукцию конкурента, ломая ее и выставляя у себя в магазине как приманку. Мы, компания X-Motors, официальный дилер всей продукции, которую мы продаем, и у нас продукция по заводским ценам. Руль также претерпел ряд изменений. Сейчас все управление здесь у нас на руле. Есть вот такая вот стильная накладка. Есть накладки с кармашками, есть без кармашков, также на любой вкус и цвет. Подогрев ручек, подогрев курка газа, огромное ветровое стекло полностью защищает ваши руки, полностью защищает ваше лицо. Но все же в сильный снегопад, в сильную метель ничто так не защитит ваше лицо, как фирменные очки Hitoshi. Самые лучшие очки на сегодняшний день для зимы. Есть вот такой вот стильный вариант, есть вот такой вот хаки, маска, пожалуйста. Есть разные, абсолютно разных цветов. Это всего лишь 0,5% от всех очков Hitoshi, которые у нас вообще есть. А их у нас в каждом уголке салона, в каждом уголке страны. Просто огромное разнообразие на любой вкус и цвет. Итак, продолжаем сидеть здесь. Сидеть здесь максимально комфортно, благодаря широчайшему благодаря широчайшему сиденью из кожзама приятнейшего. Соответственно, любому человеку с любыми габаритами здесь хватит места. И для второго пассажира здесь абсолютно обеспечен весь комфорт. Здесь есть спинка для второго пассажира. Он может держаться за водителя, он может держаться вот здесь, очень удобно держаться. Короче говоря,
это максимально комфортный и в то же время максимально надежный и в то же время максимально доступный снегоход для условий севера. Что касается подножек, дорогие друзья, здесь все продумано. Вот эти зацепы, они обеспечат вам устойчивое положение ноги. Нога никуда не сдвинется. В любой обуви, в любых погодных условиях ваша нога будет стоять на месте, что также очень важно, когда мы едем на снегоходе, когда мы преодолеваем некие препятствия, чтобы нога у нас не болталась, не соскальзывала со снегохода. Здесь все для этого продумано, и продольные, и поперечные зацепы здесь присутствуют. Надежнейшая коробка, реверс. Здесь есть вперед, есть нейтралка, есть назад, переключается просто восхитительно. И она никогда не ломается, это самое главное ее преимущество. Вообще, честно говоря, в интернете вы можете найти некоторые видеоролики, потому что люди жалуются, что что-то у них там на Якуте сломалось. Во-первых, скажу так, поломки эти зачастую незначительные. Они присутствуют на многих снегоходах, не только на промах с Якутах, и на других моделях каких-то снегоходов. Это, как сказать, техника. Естественно, здесь возможны некоторые поломки, это естественно. Но... Дорогие друзья, гарантия 3 года. 3 года гарантии на эту технику. А мы огромная сеть по всей России. Вы можете обратиться в наши филиалы. Мы вам по гарантии все отремонтируем. Пожалуйста, не молчите, обращайтесь. Мы доступны, мы открыты. Мы не хотим, чтобы у вас накапливался определенный негатив. Позвоните нам, и мы вас полностью проконсультируем, отправим все необходимые запчасти, организуем ремонт, если нашего сервиса нет в вашем городе, мы озаботимся организацией этого ремонта. В этой комплектации панели электронной нет, но она, собственно, не требуется, не ради этого у нас ее покупают. Здесь есть все необходимое, здесь есть запуск чека безопасности, пожалуйста, механический обогатитель, стояночный тормоз, включение-выключение света, поворотники и старт двигателя, ну и курок газа. Это все, что вам необходимо. Это минимальное количество каких-то опций. А как вы знаете, чем проще система, тем реже она ломается. Здесь у нас есть как электростартер, так и ручной стартер. Ну, запустим с ручного. Допустим, представим, что аккумулятор у нас высадило. Сейчас мы запустим этот двигатель. Вуаля! Все работает! Подседельное пространство здесь просто бешеное. Посмотрите, какое количество места. Просто здесь влезет, ну, наверное, туша кабана, я думаю, слегка. Ну, без некоторых частей, но в целом, я думаю, туша кабана здесь влезет. Вот, соответственно, сюда можно дополнительно установить канистры, чтобы у вас был запас топлива какой-то, какой-то инструмент, может быть, какие-то вещи. Также не забывайте про возможность установки изотермического кофра, а также приобретайте сани-волокуши у нас также в X-Motors'е. Вот у Якузы потрясающие просто сани-волокуши с ребрами жесткости, которые никогда не играют, не изменяют своей геометрии. Очень эргономичные и практичные сани-волокуши. Подписывайся на канал, пиши вопросы в комментариях. Пока-пока.